Команда КВН «Гагарин» существует с 2018 года и за это время уже не раз становилась победителем и чемпионом различных лиг. В команде девушки из Бердска. Говорят, шутить начали еще в школьные годы. На первых курсах в университете КВНщицы собрали активных студентов и создали команду «Гагарин». Мы бы хотели рассказать вам, почему мы команда КВН «Гагарин». Тут все просто. Мы «Гагарин», потому что мы всегда первые. Если мы не первые, то... впереди нас какие-то собаки. Даша! Это наша любимая, мне кажется, шутка, связанная с названием. Мы ее возили во все лиги, вообще в Тюмени, в Новосибирске она много раз была. Мне очень сильно понравилась песня «Underwood Гагарин, я вас любила». А у нас как раз вот скоро игра, надо придумывать какое-то название. Я такая, так, женщины мои, не нравится ли вам название «Гагарин»? О, да, интересно, типа мы такие космические. Такая, да, космические, да. Вот. И вот эта песня, кстати, у нас будет тоже в выступлении. Она, кстати, до сих пор у нас есть эта песня в выступлении. Вот, собственно, поэтому мы как-то остановились на Гагарине. Главное в КВНе – умение играть. Поэтому в команде у каждого участника своя роль. Например, Даша – уверенная в себе девушка, которая пользуется вниманием среди мужчин. У меня это так стопщица, можно назвать. Я как раз останавливаю всех. Самая адекватная из нас. Самая адекватная, да, получается, из пятерых. Вот. Да. И конферансы как раз представляю все миниатюры, названия. Да. Ну, вот еще у нас три девочки, это получается... Есть две таких наивных, да, вот, туповатых девочки, которые... И одна, которая самые жесткие, наверное, шутки, мы на нее перекидываем, потому что ну, она смешно, их может так жестко подать как-то. Да. Вот, не могу к ее амплуа перенять. Но, тем не менее, да, у нас у каждого то есть свой образ, на который мы конкретно вот по образам и пишем шутки. Смешные миниатюры на сцене – кропотливая работа за кулисами. Ведь любую фразу нужно продумывать. Главный метод создания шуток – это мозговой штурм. В каждое свое выступление девушки стараются внести что-то новое, свою изюминку. Бывают, да, шутки про парней, про девчачьи проблемы различные, но все равно это больше актуальный какой-то юмор, какие-то новости, которые происходят. Ну, понятно, что дело, что нельзя шутить особо про политику жестко, ну или, в принципе, про серьезные проблемы, которые находятся сейчас в мире. Мы приезжаем в Тюмень, открываем новости, так, что у них произошло? Там, о, куриц сожгли. Девочки, давайте шутить про куриц, которых сожгли. Ну, вот, грубо говоря, вот такое. То есть, если в Новосибирске, то это про пробки. Обязательно шутка должна у нас быть. Про дороги. Про дороги. Да, на мой блог обычно, ну, вот про парней, про проблемы. Как склеить парня, как бросить парня. Вот такие вот штуки у нас бывают. Сочинский фестиваль «Кивин» — это шанс показать себя, свои возможности и посмотреть на уровень других участников. По результатам фестиваля девушки теперь могут участвовать в центральных лигах КВН. В телевизионную лигу мы в этом году не попали, но мы взяли второй год подряд уже повышенный рейтинг, и благодаря этому мы можем играть в центральных лигах в Москве, в Питере сейчас центральную лигу сделали, где еще у нас центральная лига? В Красноярске. Вот, то есть именно благодаря этому повышенному рейтингу мы можем ездить по России. КВН – это не просто увлечение, это смысл жизни, изнурительная работа над собой, которая приводит к высоким результатам. Главный совет, который дают юмористки начинающим игрокам – много писать, придумывать и оттачивать свое творческое мастерство.